Здравствуйте, ребята! Сейчас в Украине все реформируется под европейские стандарты. И поэтому сегодня, находясь на концерте студии «Квартал 95» в Лондоне, я хочу пообщаться с когда-то нашими земляками, а теперь уже коренными лондонцами, на вот какую тему. А что, если нам в Украине сделать монархию, как в Англии? Как вы думаете, что из этого получится? Монархию в Украине? Ну, как в Англии, конечно. Почему нет? О! Можно. О. А кто будет королем? Или королевой? Королева. Такое дело. Не, у нас есть король. У вас тоже есть король? Не, в Украине. А-а-а. Шоколадный. А королева с косой? Так все-таки. Король Порошенко есть. Королева Тимошенко. Ну, вдруг. Да, и Лешко между ними. В смысле? Ну, я не знаю, это уже ему решать. Король-королева. Ну, как-то да. Если мы в Украине ведем монархию? Анархию? Анархия у нас и так часто. Анархия, да, она сейчас... Монархия. А, монархия. Монархия, да. Ну, вариант. Так что, а кто будет королем? Кто может быть королем? У нас, в Украине? Да. Ну, не знаю, важко сказати. Я не можу бути, ви говорите. Що ви сказали, я прошу прощення, Яник може бути? Я не можу бути, Яник вже не може бути, полюбаю. Фу, а я-то щось. Яник, знаємо, що він вже не буде. І бажано, щоб його не було. А де він, не знаєте? Ні, не бачу. Не бачу. Не бачу. Будемо стати? Давай. Зараз в Україні стремляться все в Європу. Так? Ну, що, ну. Та, ну, дійсно, ну що, я в Лондоні, мені, да? Та ні, та що, є що, не всі стремляться, є що лишаються і там. А, да? Ну. То ти, ви так ото розмовляєте? Як? Ну, так таке ото. Як то на приколі, то. Так на приколі, собі говорю, так говорю, ну. А, да? Та я понял. Ай, пацани, то ще не успокоює, а, да, не он говорить на камеру. А, не будете? Та я вам, стой, стой. Он даже не понял, что он уже говорил на камеру. Пошли дальше. Ну да, монархию, все, ребят. А что, плохо? Нет. Нормально. Нормально. В принципе, да, нормально. Так бы всегда были монахи. Куда? Не надо монахи. Друзья, да, монархия – это там, где правят монахи. Действительно. Монахи Шаолиня, наверное. Ну, от монахи толку никакого. Ну что, будет у нас наш монах носить шляпки тоже, как королева. Ну, последние, по-моему, 10 лет у нас только в Украине и есть монархия. А, да? Да, я так считаю. А, в этом монархе, который тоже брал шляпки. Да, брал шляпки. У чужих людей. У чужих, да. И не возвращал, да. Два раза подряд брал шляпки. Два раза брал шляпки, да. Ну, просто этим... Замашки монархов просто, понимаете? Возвращаться не собираетесь? А возвращаться нет. А, возвращаться это ехать назад? Не. Просто давным-давно переехала сюда, но если было бы все хорошо в моей стране, я бы всегда предпочитала жить в моей стране. А может быть, в Украине все плохо, потому что вас нет? Может быть и так, надо подумать над этим. Так что будет возможность, обязательно вернемся. Возвращайтесь. Да, все, спасибо. И как поется в песне, я уеду жить в Киев, а он мне будет только сниться. Друзья, ну я точно уеду назад в Киев и увидимся уже в следующих выпусках. Уже из Киева. До встречи, до свидания. До встречи, да. И с вами увидимся.